Сначала посмотри на следы своих мокасин, прежде чем судить о недостатках других людей. Это верно. Для нас что это значит? Что надо сначала исправить себя, и тогда ты сможешь правильно видеть других. Что вы вкладываете в исправление себя, когда говорите «исправить себя»? Исправить свое отношение к другим. То есть сделать его абсолютно добрым. Ну, по крайней мере, абсолютно индифферентным. Никак не воспринимать другого человека как испорченного, злого и так далее. И тогда, при таком условии, ты можешь видеть истину, правду. А вот как я отношусь все-таки к человеку, которого я, ну, естественно, природно не люблю? Вот не люблю, он мне враг. Как мне к нему относиться? Ты должен сделать так, это так и сказано. Тот, кто делает из врага друга, он герой. То есть надо стать героем. Как это делается? Призывается, по крайней мере. Совет маленький вы можете дать, как это сделать? Делай ему все доброе, чтобы ты сделал, как если бы ты его любишь. Ой. Что? Ну, это переворот, конечно. Это так. Я должен себя сломать. Придуши его своей любовью. Это красиво. Это очень тяжело. Да. Но когда приходит осознание того, что на этом построен мир, и таким образом нам надо действовать, а это берет годы, 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 то все становится просто.